Привет, Аня! Сегодняшний влог будет посвящен тебе. Все потому, что у тебя день рождения. Вот, я помню про твой день рождения. Вот, я долго думал, что тебе подарить. Вот, я столкнулся с кучей проблем. В общем, я решил тебе подарить подарок в виде влога. Вот, влога и не только. Смотри видео до конца и поймешь почему. Вот, я приехал специально в красивое место. Вот, тут река, плиты. Вот. Я нашел даже друга себе рыжего. Вот он классный. Привет, друг. Лапу даешь? Вот. Надеюсь, будет меня слышно из-за журчания воды. Ну, как бы... Ё-моё, я оставил машину открытой. Сейчас меня... Аня, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, творческого вдохновения, желания... веселиться по жизни. Не знаю, в общем, всего-всего самого наилучшего. Ведро чупа-чупсов обязательно. Вот. И, в общем, желаю тебе просто счастья. Класс. Видео поздравления – это не все. Вот. Я тебе приготовил еще кое-какой подарочек. Это ты получишь, если приедешь в Томск. Ну, я знаю, ты приедешь в Томск, вот, и я тебе потом его подарю. Не знаю, как тебе, но мне шарик нравится. Классный. Вот. Но ветры, правда, порывается улететь. Но нет, я тебя не отпущу. На каждом день рождения кушают что-нибудь вкусненькое. Вот, и пьют что-нибудь вкусненькое. Вот, и поэтому у меня есть пончик. Сейчас я съем пончик. Вот, про тебе. Я знаю, тебе они такие нравятся. Вот. Такой вкусненький пончик. В общем, я его съем за тебя. За твое здоровье. Я улыбаюсь. Так и написано на банке. Ничего не знаю. Вот. У тебя день рождения. И в честь дня рождения твоего улыбаюсь. Вот. Я балда, как всегда. Какой вкусный пончик. Прям как ВКонтакте, такой шоколадный. В общем, хочу выпить колы за твое здоровье, чтобы ты была счастлива, вот, чтобы у тебя было всегда вдохновение, чтобы с тобой были только правильные люди, только интересные люди, не всякие зануды. Вот, в общем, желаю... Не знаю, я уже кучу всего нажал тебе, так что просто с днем рождения. Вот. Поеду поскорее монтировать это видео и выкладывать в интернет и отсылать тебе, а то, мне кажется, ты уже начинаешь переживать, что это я тебя не поздравляю с днем рождения. Надеюсь, тебе понравилось мое видеообращение, вот, я очень-очень сильно старался, вот, и... Когда начал снимать, что-то я застеснялся очень сильно, вот, надеюсь тебе понравилось.